Всем привет. Короче, я сейчас нахожусь не в Волжском, а в Волгограде. Я решил приехать и записать сюда влог. И это просто не будет влог, а я буду кататься, короче, на Волгоградском скоростном трамвае, можно так сказать. Почему он скоростной? Потому что это вот, ну, необычный трамвай, который вот просто вот как вот такой вот, типа, только вот на улице едет. А вон, если вы видите, вон между деревьями там находится станция Пионерская. Вот. А там он туда заезжает, там дальше, когда он поедет, там, короче, будет тоннель. Да. Странный. Короче, кто живет в Волгограде из моих подписчиков, тот, наверное, знает, почему он такой скоростной. Кто, короче, живет в Волжске? Ой, тут, короче, нельзя для чего вот здесь вот эти вот рельсы сделать. Я сам, конечно, типа, примерно не знаю. Я, короче, когда я буду ехать в туннели на трамвай сейчас, я, короче, запишу. Запишу, как я буду, конечно, ехать. Вот. Надеюсь, вы этому влогу поставите лайк и подпишитесь на мой канал. И да, ставьте лайки на крабу уже. Нужно ставить лайки. Да. Там просто очень мало лайков. 3 лайка. Я не знаю, сколько сейчас именно лайков. Я сейчас в Волгограде не могу посмотреть. И представляете, в трамвае меня, короче, ну, надули. Вот. Там написано, типа, бесплатный Wi-Fi. Я захожу, 2 полоски, и никакого Wi-Fi нету в итоге. Вот. Сейчас мы пойдем по рельсам с вами. Короче, я думаю, продолжим, когда уже приедет трамвай, и мы, короче, на нем поедем. Я запишу вот от этой станции, вот. Вот это конечная станция площадь Чекистов. Да. Вот. И это город Волгоград. Кто хотите, если приезжайте в Волгоград, катайтесь на этом трамвае. Мне, если честно, нравится вот на нем кататься. Ну, не так, я не так часто на нем катаюсь, но когда к бабушке приезжаю, если мне вот скучно, я беру и езжу на нем. Что, продолжим уже, когда будем в трамвае? Давайте. We have to find.
Надеюсь, вам понравилась эта поездка и вообще этот влог. Ну, не знаю, как поездка понравится. Надеюсь, вам влог понравится. Вот. Если хотите, приезжайте сюда. Вот, смотрите. Вот, станция ВГТЗ. Не знаю, как переводится. Короче, приходите, садитесь, и туда тоже будете ехать. Кто впервые на канале, подписывайтесь, там ставьте лайки, поставьте этому влогу тоже лайк, и на Акрабе набирайте лайки. Вот. Что еще сказать? Всем пока. Надеюсь, вам понравится это видео. И вы оцените его. Очень хорошо. Всем пока.